мы поставим эту фотографию у тебя в комнате? Хорошо, сынок, поставим. Тетя Мехрибан, красиво получилось? Очень красиво. Какой ты у нас молодец. Ты знаешь, что мой папа был архитектором, как и моя мама? Угу. Виновата жизнь, Шахрезад. Судьба. Но не ты. Мехрибан, я очень любила Ахмеда. Очень. Он навсегда останется в твоей памяти. Ты никогда не сможешь забыть его, Шахрезад. Но нам дано большое сердце. Стоит ли жить, если мы не можем открыть его для новой любви? Я не могу. Не могу. Любовь не знает преград, моя милая. Мама! Большое спасибо! Сынок, он открыл мой подарок. Mm-hmm.